После полета в космос Юрий Гагарин дважды приезжал в Люберецкое ремесленное училище. Первая встреча состоялась 30 сентября 1965 года. К училищу космонавт номер один, герой Советского Союза, подъехал на Черной Волге. Здесь его уже встречали преподаватели и взволнованные студенты. Волнение сразу улеглось, как только Гагарин тепло поздоровался со всеми и улыбнулся известной на весь мир гагаринской улыбкой. Юрий Алексеевич, как старший товарищ, рассказывал о полете в космос, о работе в Центре подготовки космонавтов, отвечал на все вопросы. Во время экскурсии по его родному ремесленному училищу счастливые студенты сопровождали первого космонавта. Заглянул он и в музей Юрия Алексеевича Гагарина, оставил запись в книге почетных гостей. Второй раз Юрий Гагарин побывал в училище 22 февраля 1968 года, за месяц до своей трагической гибели. И хоть встреча носила более официальный характер, Юрий Алексеевич смог пообщаться с учащимися, вспомнил эпизоды из своей учебы и жизни в Люберцах, раздал автограф. В 1984 году перед зданием бывшего ремесленного училища, а ныне Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, установлен памятник первому космонавту. Стоящий на звездном пути Юрий Гагарин приветствует люберчан и гостей города.